Исполняющий полномочия главы Сергей Горелов с рабочим визитом побывал на одном из крупных предприятий нашего городского округа в компании «Газпром Космические системы», чей телекоммуникационный центр находится в Щелкове. Там Сергей Горелов пообщался с генеральным директором Дмитрием Севастьяновым. Гендиректор ознакомил руководителя муниципалитета с работой предприятия и основными подразделениями компании. Это центр спутниковой связи, центр аэрокосмического мониторинга и центр управления полетами. Именно отсюда, рассказал Дмитрий Севастьянов, и осуществляется управление орбитальной группировкой спутников, посредством которых оказываются самые разные услуги связи. От передачи телевизионных каналов до мониторинга состояния магистральных газопроводов. Кроме того, директор компании познакомился Сергея Горелова с большим перспективным проектом. Скоро на территории «Газпрома» начнется строительство завода по сборке космических аппаратов. Это вот на одной территории, здесь вот собирается спутник, дальше проходит его испытания, различные испытания. Там безэховая камера, там термовая камера, вибростеп, ну, в общем, весь комплекс испытаний. И одновременно мы до 4 аппаратов. Строительство завода позволит создать порядка 200 рабочих мест. Сергей Горелов поинтересовался, откуда будут приглашать специалистов. Предпочтение жителям городского округа Щелково, заверил Дмитрий Севастьянов. Впечатление, честно скажу, грандиозное, потому что очень крупное предприятие, мощное, с большим потенциалом и, самое главное, с большими и серьезными перспективами. Здесь будет построен еще один завод. Я думаю, что это внесет огромный вклад как в развитие экономики городского округа Щелково, так и всего региона в целом. Встреча оказалась интересной и полезной. Муниципальная власть выразила намерение оказывать содействие компании «Газпром Космические системы». Екатерина Сусенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.